Простите меня, я немного опоздал. Здравствуйте, Кристиан Мартен. Здравствуйте, месье Дюбуа. А где месье Барне? А месье Барне, как обычно, задерживается на работе. Месье, пойдемте, я вас еще чем-нибудь угощу. Ну, пойдемте. Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом. Пусть в каждый дом войдет счастье, здоровье, любовь и удача. Хорошее настроение, несмотря ни на что. И, конечно же, заветный чемоданчик. Простите, а где я? В театре. Где? В театре. Что мне сделать в новом году? Светить и озарять глаза, сердца, души и жизни. Как скажешь. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Простите. А вы кто? Я Электра, дитя Агамемнона, Клитемнестрой рожденная. Я несчастной Электрою называюсь в народе. Я вас понял. С Новым годом. С Новым годом. Слава богу, вы нашли его, а то уж я думал, Клеопатра Львовна забрала. Спасибо большое. Спасибо! Спасибо! Сколько всего мы сделали в этом году? Да. А сколько всего не смогли? Что, мы не поехали в Псков, Великие Луки, Ярославль, Питер, Сочи. А до Сочи-то прям 100 лет ехать. Да. В Питер, Миланочка, мы обязательно съездим. Зато сколько всего мы смогли сделать. Ну, да.
как мы сыграли игрока в Великом Новгороде. Да. Как мы сыграли кровавую свадьбу в Москве. Да, очень да. хорошо получилось. А где ты сломала себе ногу? Вот-вот-вот. Между прочим, получили лауреата фестиваля как лучший актерский ансамбль. Так что, несмотря ни на что, очень хороший и продуктивный был. Простите, я заблудился. Ну, здравствуй. Здравствуй, мой дорогой, любимый зритель. Как же я рад тебя видеть. Проходи, садись. Иди, иди. Ну, ты же наш зритель. Но я не зритель. Я даже не помню, когда последний раз был в театре. Вот. Вот поэтому-то ты и заблудился и в пространстве, и во времени, а главное в себе. Ведь театр это чудо. Это волшебство, это праздник в конце концов, понимаешь? Театр лечит человеческие души. Мало того, что лечит, он обогащает их. Мир не может без театра, так же, как театр не может без зрителя, так же, как человек не может без хлеба, без воды, без любви, в конце концов. Театр вечен. Театр не умрет никогда. Ведь... Перпетум мобили. Вечный двигатель. Сейчас объясню. Телевидение в свое время погубило радио. Сейчас интернет губит телевидение, но театр не умрет никогда. Театр – это целая жизнь. И не одна жизнь. Смотри, сколько у нас жизней. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, билет на спектакль. А на какой? На все. Дорогие друзья, хочу искренне поздравить вас с новым 2021 годом. 2020 год был сложным, непростым для всех нас. Мы столкнулись с серьезным испытанием. Пандемия, новая коронавирусная инфекция, которая поразила весь мир – и очень больно ударило по сфере культуры, в частности, по театрам. К сожалению, мы вот уже несколько месяцев не можем играть спектакли, но мы не теряем надежды на то, что в 2021 году, в новом году, все будет хорошо, что мы справимся с этой мировой угрозой, что наши зрители не оставят нас, и как только мы распахнем свои двери, поток желающих увидеть наши спектакли будет только возрастать. Я желаю вам, дорогие наши зрители, дорогие граждане Абхазии, здоровья в первую очередь. Я желаю вам благополучия, спокойствия, хорошей, интересной работы, много денег и, самое главное, высокой потребности в культуре, в театральном искусстве. Мы ждем вас в нашем театре.